Приветствую вас. Как мне кажется, основная проблема заключается в том, что вас интересует проблема. То есть вас не интересует выход из проблемы, а не интересует решение проблемы. А интересует именно сама проблема. И это, мне кажется, самый главный момент во всем вашем сообщении, во всем вашем тексте. Почему? Потому что, значит, как бы встречаюсь с девушкой и при этом преследуя цель познакомиться с другой, да, это довольно показательное поведение, которое говорит о том, что вы не удовлетворены. Что, ну, вот чем-то вы не удовлетворены. Что-то вас не устраивает, что-то вас, чего-то вам не хватает. Вот. Соответственно, у вашей женщины своя модель поведения, да, то есть модель поведения связана в основном с родительской позицией, да, то есть ей нужны мужчины помоложе, вот, и это тоже на самом деле довольно показательное поведение. Для человека, для вас. То есть, что женщина, она явно выбирает себе вот таких мужчин, да, которые моложе ее и, ну, соответственно, потому что ей удобно. С ними. Почему с ними удобнее, это вопрос уже немножечко другой, конечно. Но тем не менее. Вот. Это другой вопрос. Далее. Непонятно, почему вас это беспокоит. То есть, почему вас волнует? То, что происходит в ее жизни. Точнее, то, что происходило в ее жизни. Вы не уверены в себе? Или что? Вы не очень хорошо понимаете, что вам нужно от отношений. То есть, как бы, вот, момент здесь такой, да? Постарайтесь с ним разобраться, что именно вас напрягает. Вот. Ну и вы можете, в принципе, совершенно спокойно с ней сближаться.
совершенно спокойно с ней общаться до тех пор, пока вы не почувствуете, что человек как-то вас, например, подавляет, как-то вас, например, принижает, там, ну, делает еще какие-то вещи вам не очень приятные. И вот в этот момент нужно быть просто готовым выйти из отношений. Вот. И все. Почему вас это беспокоит? Это ваша проблема, что вас это беспокоит. И нужно разбираться, почему именно вас это беспокоит. С чем это связано, что это вас беспокоит? Мало ли, что у этой женщины там произошло с ее другим мужчиной. Вот. Ну, правда, какая разница, что там случилось с ней. Главное, что с вами. Знаете? Вот. Главное, что с вами, главное, что у вас. Вот что главное. Как. Вот. Поэтому я полагаю, что разбираться нужно. Если вас это волнует, опять же, вы можете совершенно спокойно поделиться об этом с ней, с женщиной. Вот. Но я лично рекомендую вам подумать немножечко о другом. Я рекомендую вам подумать о том, почему в 30 лет вы знакомитесь с женщинами в интернете. Вот. А почему в 30 лет вы уже отец, да, вы отец, но при этом, при том, что вы отец, да, вы не женаты, а девушка, которая с вами, она, даже если и мать вашего ребенка, то вы на ней не женаты. Вот. То есть, на мой взгляд, вот это вот очень важный такой момент, да, на который вам, именно вам, нужно ответить. Вот. И тогда уже, все будет, в принципе, понятно. Ну, то есть, более-менее вам будет понятно, в каком направлении работать. Либо проблема вашей неуверенности в себе, либо проблема в том, что вы просто не умеете, не можете адекватно выстраивать отношения с противоположным полом. Либо вы, допустим, ищете себе девушку, вот как вам сказала моя коллега, да, что вы ищете девушку, исходя из своих каких-то потребностей. То есть вы ищете то, что вам нужно. Вы ищете то, что удовлетворяет ваше желание, соответствует вашему желанию. А не тому, например, вы ищете не то, например, что вот вы, например, хотите сделать девушку счастливой, например. Ну, например, это вот элементарный такой пример, да, будет. Ну, вот. И, соответственно, если вы ищете девушку для себя, то есть для вот своих каких-то желаний, то это же момент такой, ну, довольно важный. А чего вам не хватает тогда? А что вам нужно тогда? Вот. А чего вам хочется тогда?
Что должна девушка вам, по вашему мнению, да, что она должна вам дать? Какие желания должна она ваши реализовать? Понимаете? Это такой довольно важный момент тоже. Вот. На самом деле. Если вы хотите решить проблему. И, пожалуй, последнее, да, о чем я хотел бы вам сказать, это вот то, что вы говорите, вот я заморачиваю, да, вот вы говорите, что я заморачиваю. Хорошо, вы заморачиваетесь. Вам это состояние, как оно вам вот, нравится, оно вас устраивает, но вас, как вот вам это состояние? Приятно? Вы хотели бы выйти из него, из этого состояния? Вы хотели бы, чтобы его не было, например, у вас вообще? Вот. Ну, соответственно, если хотели бы, то надо подумать, как. Потому что вот пока у меня такое ощущение, что вам будто бы нравится это состояние, в котором вы находитесь. Вот. Вот оно вам что-то дает, это состояние. Оно вам, вы через него что-то для себя получаете. Понимаете? Вот. Вот так вот, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если у вас дополнительные вопросы остались, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.